Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня с вами снова Тима, Артур и я. И сегодня в нашей остановке «Не Британия» будет очень и очень жарко. Не переключайтесь. Вот, например, такая интересная новость, я на днях зачитал. Испанский болельщик во время футбольного матча, когда его любимой команде забили гол, бросил собакой в судью. То есть сейчас уже время помидоров вышло, теперь кидаются животные. Ну, в отличие от того, корейское соревнование, знаешь, корейская футбольная лига, судью подкармливают просто там. Да, я думаю, это футбольный судья воспринял как премию, наоборот. То есть, о, спасибо, и ушел. Да, так и получается, это хороший судьи, именно и так вознаграждают. То есть, если честно, самое интересное, реакция самой собаки, которая лежала, так внимательно смотрела с футбольным матчем. Это был, по сути, да, получается, второй полет собаки в открытое небо. Подожди, а ну да. Ну, имя пока ее не придумали, но на самом деле... Нет, у нее явно есть имя. А что ж она... Хуан. Хуан. Да, на самом деле, ну... Мне кажется, просто судья попросил, там, в Корее есть такое условие обязательно, собаку перерыв, там, специально обученные мальчики кидают собаку. С бровки, да? Если бы это был матч сборной России, собака бы забежала в наши ворота. Не, если бы это был матч... Собака осталась бы жива. В него бы никто и не попал бы, на самом деле. Мило назовем собаку Киржаков и пойдем к следующей новости. Итак, следующая собака новость. Собака Киржакова не попала в ворота, да? На самом деле, вот эта новость меня особенно поразила. Ага. В США похититель освободил ребенка, не выдержав его пения. Находясь в машине, мальчик 3 часа без остановки пел евангельскую песню, пока у похитителя не закончилось терпение. Правильно ли я понял? Мальчик пел песню. Юнас Ван Махов был пойман в плен каким-то похитителем. Из-за его пения. Ты должен запеть, Аслан! Понимаешь? Махов, пой! Именно так снимали клип Аслана Махова «Где ты?». А что он именно пел, мальчик? Похититель его освободил именно потому, что он пел, подчеркиваю, евангельскую песню. То есть не просто. Если бы он спел «За тебя Колым отдам», его бы расчленили. Его похитители бы застрелили. Не, я на самом деле думаю, может, это какой-то вот реально такой вот свидетель Иеговы какой-нибудь мальчик. Это страшно, сколько отчаялся грабитель, чтобы украсть свидетеля Иеговы. А, я понял. Кто-то написал вот на фоне вот этого ту самую песню. Какой? Ты не воруй, ты не воруй. Я не знаю, кто это написал. Ты не воруй, это в правительстве у нас поют постоянно. Песню «Ты не воруй, ты не воруй» поет Александр Гум. Очень было бы интересно просто с ним пообщаться. Тебе и тебе очень повезло, потому что сегодня он у нас в гостях. Итак, сегодня у нас на остановке «Не Британия» Александр Гум! Она ушла. Я даже цветовой гаммой с ним совпадаю. Привет, Саша. Привет. Привет. Я рад тебя видеть. Привет. Я рад тоже вас видеть. Честно, давайте похвалим сначала. Давайте. Александр Гум, если кто-то вдруг не знал, участвовал в «Битве хоров». Это правда? Это был ты? Да. Тот красивый парень, который красиво пел. Абсолютно. Ну, на самом деле, хочется с тобой обсудить новость, да, тогда с ней едем во все это. Я готов к новости. Давай тогда ты, может, нам зачитаешь. Я? Да. Давайте. Попросим нам зачитать. Какую? Именно из этих. Сейчас. А вот следующая новость. Хирурга из Великобритании отстранили от выполнения своих обязанностей после того, как он написал свои инициалы на печени пациента.
Своеобразную подпись обнаружил другой хирург во время плановой операции. И подписался сверху. Слушай, тут реально очень длинная новость. Но... Здесь был я. Нет, имя, фамилия. Помой меня. Единственное, что нам известно, что он из Великобритании. И его зовут Саймон. Не, на самом деле это... Самое обидное, что это врач написал, никто не разберет, что там написано. Врачонопечение еще никто не разберет. Не, мне кажется, это самый хороший ход именно внутренней рекламы. И я думаю, многие наши врачи последуют этому ходу. По вопросам лечения, операции печени обращайтесь по такому-то номеру. Своя реклама, соответственно. Абсолютно верно. Мне кажется, просто не все рассказали про этого хирурга. Мне кажется, у него часто такое бывает. Там стоит, там разговаривает по телефону. Алло, сейчас номер запишу. Подожди, печень. И записал. Номер телефона. Да что ты сказал там? Куда подъехать? Раз посмотрел. Там не были инициалы, там была надпись. Вот как на машинах пишут «Помой меня». То есть на печени стоял «Сожги меня, я вся чешусь». То есть это такой призыв был. Ты когда-нибудь чесал печень свою? Да, нет и нет. Просто я не был в том санатории. Мой внутренний мир напоминает мне сейчас мою стену ВКонтакте. У тебя очень богатый внутренний мир. Тебе тоже там открытки оставляют. В Чехии запрещено, знаете что? Чтобы уличные музыканты и певцы, они не имеют права играть фальшиво и петь на улице. Вот так вот. А все-таки, я думаю, Александр Гум смог бы стать уличным музыкантом в Чехии. И это моя мечта. Да. У тебя есть очень замечательная песня про... Она называется «Она ушла». «Она ушла», да. Да. И мы попросили наших друзей из Чехии написать свой вариант текста на эту песню. Я предлагаю, чтобы Александр спел на чешском эту песню прямо это будет, сейчас. Реально, Феня будет сопровождаться сейчас массовыми танцами на Пражской площади. Отлично, давайте. Тут так получилось, что главное, чтобы массовых самоубийств. Главное, чтобы Артур сейчас открыл эту песню. Да, мы сейчас. Нет, она открыта здесь. Вот. Она тут открыта? Не та, да. Ты можешь подготовиться сначала. В принципе, тут все просто. Давай, для вас выступает народный артист Чехии Александршк Гумшк. Браво. Все клиши к дну виднешка, ах, как здравко болело то. Со си хлебал по ночи, меж звезды под мраку, однако. Она же прочь, а тут забор ты си не мыл, никуда память прошло. Амнезия не было, ласка же у тебя. И такой, пошел цвон, заложил. Чешские недовольные фанаты. Плошко спел, чик. Ласка же у тебя разочек, жадно, а безрассрочно оно. Я вас выступал, Александр. Плохо поешь. Плохо поешь, Гумшк. Браво, бро. Это, наверное, достойно аплодисмента. Я думаю, да, на самом деле. Ну, пока в Чехии происходит революция, давайте продолжим дальше. Я точно не поеду в Чехию. Ну, первый шаг к Грэмми ты вот только что у нас сделал. Да простят меня чехи. Чехи тебя уже больше никогда не простят. И доказнят того человека, кто составлял текст этой песни. Житель Карачаева-Черкесии угнал карету скорой помощи. КТО это. Житель Карачаева-Черкесии угнал. Сотрудники полиции Карачаева-Черкесии по горячим следам задержали угонщика скорой помощи в ауле Псыш. Я просто прокатиться хотел, честно. У меня вопрос. У нас скорая помощь на каретах есть? Недавно реформа прошла. Обновление по раконке, да? Просто с лошади пересели на карету теперь. Да, обновление парка. Модернизация медицины в Карачаево-Черкесии. Не, на самом деле, ты у нас ненадолго, у тебя очень трудно. Хочется вообще узнать, как тебе жить в этом вот насыщенном вот этих вот днях. Суетно. Очень суетно. Суетно живется, разъезды по городам, по республикам, концерты, выступления, мероприятия. Жгут
Джигута, Зеленчук. Джигута, Зеленчук. Залука. Плотный график. Залука Кваще. Залука Кваще. Концерт от двух человек в Кобубаши. То знаменитый. Тернаус. Тернаус. Я сейчас задам вопрос. Наверное, и под голубыми озерами тоже. Под голубыми озерами. Ну, имеется в виду. Ну, под водой голубых озер. Ну, шоу-бизнес, голубые озера, в принципе. Приглашаю всех на голубые озера. У Тимура есть вопрос, который он никак не может задать. Да, вопрос. Вот я думаю, всех фанаток этот вопрос интересует. Есть ли у меня девушка? Первая любовь. Ну, девушка, я хотел это вторым задать. Ну хорошо, есть ли у тебя первая любовь? Или голубыми озерами все ограничивается? Нет, ты знаешь, у нас время такое. В каком возрасте она на тебя напала? Ой, именно любовь у меня появилась, если не ошибаюсь, первая в пятом классе. Это была твоя учительница по биологии? Нет, она была ученица по биологии, была пожилая. А у меня был плохой вкус. Давай все-таки он ответит. Да. Девушка, любовь. Девушка, любовь. Как это было? Первая любовь. Вот так и было. Вот так и было, да. Конкретный вопрос, Наталья, есть? Есть у тебя девушка? Ответь нашим фанаткам. Знаете, тогда я воздержусь. Почему кардиолог? Почему кардиолог? Почему воздержишься? Ой, я сейчас немного не понял, вы меня запутали сейчас. Вообще это нормально, тут не надо, чтобы что-то понимать. Отвечай, что там. Отвечай, бубалек. Ай, небо головой. Бублик, ответь что-нибудь сейчас. Ну, на чей вопрос мне ответить? На твой или же на Артура? Раз уж столько вопросов, да, тебя как смущают, мы решили, подготовили тебе вот нечто, то, что тебе вот сейчас еще до конца смутит. Еще вопросы. Ну, давай. На самом деле, у нас вот... Какое к тебе предложение? Мы будем задавать тебе ряд вопросов. Кто будет задавать? Я буду, да, задавать? Я буду задавать тебе ряд вопросов, тебе абсолютно не задумываясь, что первое в голову приходит, ты должен отвечать. Давай. Готов? Да. Уверен? У нас на все про всю минута. Еще минута. Время пошло. Да. Откуда родом был Нео из Матрицы? Из Матрицы. Кто сшил красную шапочку для красной шапочки? Матрица. Как сисамину вылечиться от гайморита? Гаймарином. Когда ты больше всего был доволен? Минуту назад. Что на заставке на компьютере Анджелины Джоли? Брэд Питт. Где ты хранишь свои красные мокасины? В шкафу. Почему дагестанцы говорят же есть? Потому что у них красные мокасины. Где была жена Гэндальфа? В горах. Как звали старшего брата Илья Муромца? Красная шапочка. Где познакомились с Лениным Крупской? В постели. Как бросить курить? Курить не брошу. Как попасть в YouTube? С разбегу вниз. Продолжи пословицу, кто поздно ложится. У того глаза пухшие. Кто живет на дне Байкала? Байкалец. Как бросить курить? Курить не брошу. Как звали твоего любимого учителя? Петр Первый. Как называют любителей суши? Сушистый. Кто выступит на твоей свадьбе? Сушистый. Любимая поза биатлонистов? Биатлоникулис. Самый добрый зверь. Хомяк. Любимое высказывание Шаляпина. Ох, дороги. Опиши одним словом фильм «Помпеи». Одно слово. С кем ты водил хороводы? С хороводистами. На каком матрасе ты больше любишь спать? На мягком. Что ты сегодня ел? Не помню. Что ты сегодня ел? Пиццу. Молодец. Ты сдал. Зачет. Я сдал. Я думал, что мы принимаем тебя в наш клуб при дурочных ответах на дурочные вопросы. Сочувствую тебе. Да, я тоже так же попал сюда. Ну, Саш, как известно, популярность сейчас в наше время, она прямо отражается в интернете. Есть ли у тебя свои странички в соцсетях? На Фейсбуке, в Инстаграме и ВКонтакте. Часто ли ты там бываешь вообще? Вообще? ВКонтакте? Ну, вообще в соцсетях, в интернете. Ну, так как телефон всегда со мной находится, то довольно-таки часто. Скажем.
Да, и такой вопрос. А много ли ты сообщений получаешь вот от своих поклонниц? Глупые какие-то есть вообще сообщения? Самое глупое сообщение, которое тебе приходило. Ой, мне однажды пришло сообщение. В этом сообщении было написано всего лишь одно слово. Фейк. А, не, потом еще прислали подделка. А, на тебя? Да, на мне. Ну, я не поверили в то, что это ты. Да. Обидно. Да, я аж подзадумался. Ну, на самом деле, мне кажется, это неудивительно, потому что буквально перед передачей мы немного мониторили ВКонтакте. Короче, мы искали тебя ВКонтакте. Да. Да, и нашли, и ты был там... Не один. Не один. Ух ты. Таких Александров Гумов насчитывается энное количество, не будем говорить. Точно? Как это так сказать? Ах, они гумики. Реально гумики. Ну, их парад, я думаю, скоро будет... Парад гумиков в Черкесске, да. Ну, так вот, на одной из таких страниц указан номер телефона, и говорится о том, что... Организация твоих... корпоратив вечеринок и концертов. Слушайте, у меня прям любопытство разбирает. Я бы так хотел набрать. Попробуем. Тимур, я думаю, позвони. Организовать твой концерт или выступление. Давай попробуем организовать твой концерт где-нибудь, ну, скажем, в Кисловодске, да? Давно, да, ты там не был? Сейчас мы наберем. Номер я тебе продиктую. Алло. Да? Алло, здравствуйте. Да, это новое. Скажите, я с вами могу поговорить по поводу выступления Александра Гума? Да, да, да. Я слушаю, когда, что, как, куда. В общем, смотрите, у нас открывается в Кисловодске суши-бар новый. В общем, я так-то на вас, вашу страницу ВКонтакте нашел, номер там посмотрел, и так вот я на вас вышел. Понял. Ага. Послушайте, ну нам... Что вы хотите по времени, насколько вы хотите, как вы это видите? Ну нам вообще 3 песни нужно от Саши. 3 песни, если можно, да, как бы там, я не знаю, сколько там, 100, 150 тысяч, сколько заплатить надо, мы там заплатим, договоримся. Ну, рублей 40 это будет. 40 рублей, ага, понял. Ну, смотри, мы готовы заплатить 100, но у нас такое небольшое условие, у нас мы вместе этот организован с нашими японскими друзьями, этот ресторан. Во-первых, ну как бы, с одной стороны, очень любят творчество Гума, с другой стороны, мы хотели их тоже порадовать, и такое условие, мы заплатим 100, если он сможет выступить в народной одежде японской. На народной японской одежде? Да, да, и знаете, ну... Ух ты, вот это вот переодеть его будет сложно, если честно. Ну, самурай, да, ну, я как бы, мы это оправдаем, заплатим без проблем за это, то есть... И если вы как бы договоритесь, мы и вас как бы поблагодарим. Ну да, там такая небольшая сценка будет там, ну типа харакири, но он его не будет на самом деле делать. Это правильно, типа колесовочка, да? Да, типа харакири, он, ну там не по-настоящему, надеюсь. Да. Надеюсь. Ну это от него зависит как бы, ну по сценарию не по-настоящему, да, как я это. 150 рублей и мы споем. Сколько? Не расслышал. 150. Да, конечно, без проблем, 150, ну... Ну, в общем, Александр Гум будет петь... 150 рублей. За 150 рублей. Ага, уточним, конечно. Будет петь в японской одежде в конце там харакири. Ну, все, понятненько. Хорошо тогда, хорошо. На связи будем, конечно, я позвоню. Будем, можем созвониться, порешать конкретно. Ну, там, 2-3 дня я не затяну. Не затяну, я понимаю, да, все. Хорошо, давайте, спасибо. Вот так вот договорились о твоем концерте. Да, я, если честно, я уже чувствую себя самураем. Я даже вижу, разрез глаз начал так подстраиваться под этот концерт. Вообще сам процесс харакири, ты знаешь, как это делать? Я вот сейчас мысленно уже рисую. Под песню. Я думаю, что это будет... Возможно, да, а старой будешь вспоминать лишь иногда. Что-нибудь такое. Кстати, давайте мы вас тоже переоденем в самураев.
Нам всей делегацией поедем. Я с удовольствием. И все заработаем деньги. Это будет первый случай, когда самураи отхватили в Кисловодск. Отхваченные самураи. Саш. Да. Честно, очень с тобой интересно. Типа, ты не пора хочется... валить, что ли? Ты так подходишь? Не хочется прощаться, но реально и формат передачи, и время у нас немножко поджимает. А, поэтому у нас есть последняя к тебе просьба, лично моя, как давнего твоего друга. Даже рекомендация, вот она, так сказать. Здесь у тебя такая одна песня «Курить не брошу». Это любимая песня, я думаю, многих. Но мы хотим найти для тебя нового спонсора, гениального спонсора, который будет тебя вести по жизни до конца в лице Минздрава. Ух ты. В лице Минздрава. Если сегодня ты исполнишь эту песню, я думаю, спонсоры будут навсегда с тобой, да? И многие курильщики будут рады. Я попрошу гитару, можно нам из студии? Это ваша... Для меня честь передать. Специальная песня для Минздрава от Александра Гума в конце нашей передачи. Серьезно. Прорепетировать, я думаю, надо будет. Кайфу! Пусть эта песня была как гимн для всех курях. Все изменилось. Теперь, поверьте, все не так. Ларьки печально глядят слезливо на меня. Минздрав мой спонсор. Судьба тяжелая моя, курить бросайте, курить бросайте навсегда, ведь это вредно. Тонул отчаянный я бычками в урну, я бросил дымные концы на эти деньги. Я покупаю леденцы, курить бросайте, курить бросайте навсегда, ведь это вредно. Канул отчаяние яблочками в урну, я бросил дымные концы на эти деньги. Я покупаю леденцы. У нас был Александр! Красавчик, друзья!